строительство дамб и возведение домов в местах есть угроза уборки. И последнее. Более 30 килограммов опасных таблеток и чая для похудания и омоложения изъяли в Подмосковье. Как сообщило региональное управление ФСКН, силовики пресекли деятельность преступной группы, которая через интернет распространяла в России БАДы с содержанием сибутрамина. Он входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободному обороту в России. Применение этого вещества без назначения врача приводит к тяжелым нарушениям нервной системы и сердечной деятельности. Эти и другие новости читайте на нашем сайте radiomayak.ru. Погода на Маяке. В Санкт-Петербурге сегодня сильные ливни, температура воздуха плюс 19-21. В Москве в понедельник без существенных осадков, в течение дня около 27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Зимние олимпиады в Сочи. Готовьте свой олимпийский резерв английских фраз. Полиглот Дмитрий Петров учит радиослушателей общаться на английском языке. Каждый день новые выражения. Русско-олимпийский разговорник «Маяка». А зачем нам английский? Когда приедете в аэропорт, напрягитесь и вспомните. Вам улетать или кого-то встречать? Если улетать, ищите в Англии. А прибытие – это arrival. Arrival. А прибытие – заранее. Ваш олимпийский резерв английских фраз – зимний олимпиадик в Сочи. Yes, yes. Русско-олимпийский разговор.